переходим и двигаемся к сюжету. Можно и так. Так, а как мне съехать вниз? Так же все же лучше, чем пешком. Центр деревни. Не выйдай из себя. Хоть не должен нас заметить. Блин, я с дробовиком вместо стрел. Так здесь же никого нет. Тут Хой. Пусть он сначала уедет, иначе он твоих друзей пустит на фарш. Я хочу, чтобы вы поняли, что любой, кто помогает лесным дикарям, кончит так же, как наши местные друзья. Я понятно говорю? Ты! Беги! Это минное поле, наверное. Да. Посреди минного поля? Понятно! Веселите тебя! Это твой! Его надо вытащить. Ты спятил? У него транспортная накладная, ведущая к Оливеру Карсвеллу. Она зашифрована, но я расшифрую, если скинешь снимок. Вот черт, тот. Надо спасти парня. Ладно, Джейсон, за дело. Агент Уиллис Хантли попросил тебя вытащить. Сказал, ты поможешь найти моего друга. Скажи мне, где Оливер. Нет, мне нужно в деревню. Когда дойдем, скажу. Что за черт? Так, за мной. Надо пройти через поле. Помогите, я под обстрелом! За мной. Я вроде видел, куда мы ставили мины. Надо добраться до деревни. Ты
Что такое? Ладно, ладно, все, не буду. Не буду собирать. Окей, 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 заходи. Прости за бардак. Нашел! Нашел транспортную накладную! Это вообще какой-то текст просто без печати. Ну наконец-то! Я их сниму для Уиллиса. Уиллис, есть фотка? У пиратов шифр времен каменного века. Оливера везут по старой дороге. Я отправил координаты. Хорошо. Я уже в пути. Готово. Спасти Оливера. Оливера. Навык нам дали. И что его взять?
Затрудняюсь. Стрелять быстрее, ну как-то не очень актуально. С луком мы ведем такую бесшумную войну, без спешки. Вот, на скидку стрелять, это нам пригодится. Смотрим, куда нас дальше забрасывает сюжет. Вот аж сюда. Да, прыгаем. Полно. Нужно взять лук. Так, по гранатам я потратился прилично. Это мы уже выполняли. Поехали. Пост был интересный. Я опоздал. Следующая стоянка у рыбаков. Там они пересадят Оливера на вертолет. Надо найти удобную позицию до того, как его пересадят. И куда же? Да, кто не смотрел фильм, посмотрите. Комодор. Как-то так называется фильмец. Думаю, не проблема найдете. Я не хотел. Вот удобный выступ. Где же Оливер? Подожду Оливера. Да, я проезжал здесь, да, мимо этой станции, где-то вот
какой-то стороны говорил, что-то здесь пусто. Вот он. Что-то он не похож на заложника. Не трогайте его, засранцы. Нельзя дать Олли сесть в вертолет. И Олли, давай! Нет, машина не взрывается. Мимо. Ну, плохо, что нельзя через ящик стрельнуть. Я мажу. Привет! Спасибо, что спас! Крутые татушки! Сваливаем отсюда! Катер! Держи катер прямо! Я стараюсь! Быстрей! Мы отрываемся! Я попал! Он падает!
Справился. Получилось. Ты спас меня. Они всерьез взялись за отца. Он едва не отдал им кучу денег. Оли, вас все равно продали бы в рабство, даже с выкупом. Вот дерьмо. Мы охрененно попали, чувак. Не знаю, как я смогу жить. Я тебя знаю, Оли. Расслабься. Ты ничем думаешь. Пошли, у меня есть где тебя спрятать. Готово. Лиза, Дейзи? Ха, я нашел Оливера. Оли. Девчонки, как я рад вас видеть. Я рада, что ты цел. Ну, это тип обкуренный. У меня крыло над горячей плантацией. Что это за место? Вот это два друг друга нашли. Профессор Эрнхард сейчас тебе все объяснит. Будет с кем ему ширяться. Эй, погодите немного. Тут просто рай. Джейсон, подойди, когда будет минутка. У меня есть кое-что. Мне тоже нужно кое-что показать. Идем. Привет. Я ставлю крест для Гранта. Спасибо. У меня не было времени. Нужно поговорить. Поговорим. Только не сейчас. Нужно найти Райли. Если с ним что-нибудь случится... Я скучаю. По тебе. А ты ходишь со всем этим оружием, весь в этих странных татуировках. Я не говорю, что тебе не нужно их спасать, просто я волнуюсь, ты изменился. Лиза, не бойся. Впервые я полностью управляю своей я жизнью. Я знаю, ты Мне прав, хорошо. Мы так много над этим работали, и еще тебя ждет работа в студии, я помогала Стиву. Я не хочу говорить о твоих бывших сейчас. Это мой путь, и я сам должен найти его. Ладно. Поняла? Ты устал. Можем встретиться позже. Я люблю тебя. Да ты шо? Теперь иди. Они же только познакомились. Я тебя задержу. Перед прыжком. Лучше найди остальных. Ну, сначала мы ширанемся. И понеслась. Я найду их. Так, найти Райли. Американцы начали разборки в сортире. Тупые америкосы. Туристы. Уходи. Диджей Рейден, тут! Джейсон, а мы с этой останешься? Ну да, эй, брата моего не видел? Кепки? Ага. А, в сортир пошел с твоим другом. Ты скажи ему, тут девочки дорогие. Черт, спасибо, увидимся. Платить за девка! Э, поцеловал, плати! Она меня за задницу лапала! Мое мнение! Пусть сама платит! Доллары! А то хана! Да не буду я платить! Чем? Друг, не заводись! Ладно? Вот деньги! Райли, заткнись и принеси мне пиво! Ты как не мужик! Что? Кейт, остынь! Вернемся внутрь! Эй, без драк, ты обещал! Как скажешь! На других наезжайте, ребята! Эй! Здоровяк пусть платит! Отвали, мудила! Думаешь, ты лучше нас? Да, а что? Это наш район, не твой. Опасно ходишь, Еще баран. Еще посмотрим. С приходом очередным тебя. Thank you.
Лучше найди остальных. И выбрались мы на свет белый. Ты? Тейсон, я нашел твоего друга, Кита Рэмзи. Его купил один из киллеров Хойта. Он сидит в баре в трущобах. Как его зовут? Бак. Его зовут Бак. Он полный муп. Так. Вот так вот. Вот наше следующее задание. Поговорить с Баком.